Здравствуйте, друзья, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет глава OpenAI, который хочет зарегистрировать каждый человеческий глаз на Земле. Apple, объявившая расписание WWDC 2023, и iPhone с Apple Watch, которые теперь могут заменить ключи от машины в большем количестве моделей. AR-очки SpaceTop, которые проецируют виртуальный дисплей диагональю 254 сантиметра на любую поверхность. Робот DreamWack, который передвигается без камер и информации об окружении. И Blue Origin, получившая контракт НАСА на высадку астронавтов на Луну. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, у нас отличные новости для всех, кто хочет отдохнуть, расслабиться и узнать об особенных достопримечательностях в разных странах вместе с двумя красавицами из канала Double Tem. Вы вместе с девчонками отправитесь в увлекательное путешествие по самым красивым уголкам мира. Побываете в разных городах и странах и увидите лучшие отели, бары и рестораны. Если вы уже планируете свой отпуск, то подписаться на канал точно обязаны. Именно здесь вы найдете очень много интересных идей для своего следующего отпуска. На любой вкус, цвет и, конечно же, бюджет. Кроме этого, вас ждут влоги, подкасты, топы, факты, подборки и очень-очень интересные travel-видео с большим количеством вкусной еды. Не теряйте время, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на девчонок, ибо они точно подарят незабываемые впечатления от их головокружительных путешествий. Начнем мы сегодняшний выпуск с главы OpenAI, который хочет зарегистрировать каждый человеческий глаз на Земле. И да, это не шутки. Он собирает 100 миллионов долларов инвестиций для своего другого проекта WorldCoin. Его цель заключается в использовании технологии сканирования радужной оболочки глаза для создания безопасной глобальной криптовалюты. И количество регистраций уже превысило миллион. WorldCoin предполагает использование биометрии радужной оболочки глаза для установления уникальной личности человека. Это создаст цифровой идентификатор, который можно использовать под псевдонимом в самых разных повседневных приложениях, не раскрывая настоящую личность. Формулировки проекта ссылаются на видение OpenAI в области мощной автоматизации, которая приведет к эре изобилия. Компания обещает, что это откроет путь к безусловному базовому доходу, финансируемому ИИ. По задумке, WorldCoin хочет получить снимки глаз всех людей на планете, предлагая взамен определенное количество криптовалюты. Для сканирования используется необычное устройство в форме шара. Отмечается, что в неделю компания сканирует примерно 40 тысяч человек, а общее количество прошедших такую инициализацию превысило 1 миллион 400 тысяч. Однако проект подвергся критике из-за проблем с конфиденциальностью, связанных с биометрией. По данным TechCrunch, хакерам уже удалось установить вредоносное ПО на несколько устройств WorldCoin. Оно служит для хищения паролей и другой информации. Тем временем Apple объявила расписание WWDC 2023. Июнь этого года обещает быть интересным. Apple готовит крупнейшую презентацию, на которой нам представят несколько небывалых новинок. Итак, согласно официальной информации на сайте Apple, конференция WWDC продлится с 5 по 9 июня. Основной доклад начнется 5 июня в 8 вечера по Москве. Как раз в этот день Тим Кук и другие представители Apple покажут новые OS – iOS 17, macOS 14, watchOS 10, iPadOS 17 и tvOS 17. Кроме этого, ожидается анонс XR OS, новой операционной системы для AR-очков. Помимо операционок, на презентации покажут первый 15-дюймовый MacBook Air на чипе M3, а также сами очки дополненной реальности. После основного доклада Apple переключится на разработчиков. С 6 по 9 июня компания расскажет о новых инструментах создания приложений и объявит победителей премии Apple Design Award. По традиции, Apple будет вести прямую трансляцию на своем веб-сайте и на YouTube. И по традиции вы узнаете все самое интересное у нас на канале, так что не забудьте подписаться и, конечно, жмякнуть на дзынь-дзынь. Кроме этого, стало известно, что iPhone и Apple Watch теперь могут заменить ключи от машины в большом количестве моделей. При использовании совместимой моделью iPhone и Apple Watch позволяют запирать, отпирать и запускать автомобили. Ключи от машины хранятся в приложении Wallet на iPhone и Apple Watch. Ими можно делиться с другими пользователями iPhone. Последние модели iPhone также позволяют использовать ключ от машины, если смартфон разряжен. В списке компаний, которые предлагают данную возможность, представлены BMW, Kia, Hyundai, Genesis и BYD. К модельному ряду присоединился и новый Mercedes-Benz E-класса, который получил поддержку функции Apple Car Key, которая позволяет использовать iPhone и Apple Watch вместо альтернативы брелокам или физическим автомобильным ключам. При этом основной пользователь учетной записи Mercedes Me может назначить различные права, предоставляя только доступ к транспортному средству или также позволяя управлять им.
Погнали дальше. Израильская компания Sightful представила ноутбук, экран которого проецируется через очки дополненной реальности. SpaceTop выводит виртуальный экран диагональю до 254 см на любую поверхность. Очки SpaceTop проецируют на любую среду, в которой работает пользователь. Благодаря использованию двух крошечных дисплеев 1080p создается иллюзия огромного дисплея 2K. Устройство позволяет открывать несколько окон рядом на виртуальном экране под названием Holst. Это устраняет необходимость иметь несколько окон, наложенных друг на друга, как в случае с традиционным экраном ноутбука, или использовать несколько физических мониторов. Что касается спецификаций, SpaceTop будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 865 с графическим процессором Adreno 650. Эта комбинация обычно используется для управления мобильными телефонами, а OS SpaceTop как раз основана на варианте Android с открытым исходным кодом. Экран видит только пользователи очков, поэтому можно не переживать о конфиденциальности при работе в общественных местах. Поскольку очки прозрачные, нет риска пропустить то, что происходит вокруг во время использования системы. Примечательно, что виртуальный экран остается на месте, даже если человек встает и двигается в очках, то есть его можно фиксировать в пространстве. Sightful сейчас отбирает первых потенциальных покупателей своего гаджета. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте компании и ответить на ряд вопросов о качестве своего зрения. Для людей со скорректированным зрением будут предусмотрены индивидуальные линзы в AR-очках. Предположительно, устройство будет стоить $2000. Дата начала поставок не сообщается. Компания Oppo представила серию смартфонов Reno 10, все модели которой оснащены телеобъективом. При этом Oppo Reno 10 Pro Plus является самым тонким смартфоном с перископным модулем. Смартфон Oppo Reno 10 Pro Plus имеет толщину всего 8,28 мм и весит всего-то 194 грамма. У Oppo Reno 10 Pro Plus толщина перископного модуля уменьшена на 0,96 мм по сравнению с другими моделями перископов на рынке. Этот модуль получил 64-мегапиксельный датчик изображения. Он обеспечивает 120-кратный гибридный зум. Также есть возможность делать портретные снимки в режимах 1x, 3x и 6x. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Дополнительный широкоугольный модуль является 8-мегапиксельным. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя. Кроме того, Reno 10 Pro Plus оснащен чипом управления питанием SuperVOOC S, который экономит 45% площади устройства быстрой зарядки на материнской плате. Внутри тонкого и легкого корпуса размещена большая батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Reno 10 Pro Plus получил 6,74-дюймовый изогнутый OLED-экран разрешением 2772 на 1240 пикселей с одним отверстием, который поддерживает изображение в 1,07 миллиарда цветовых оттенков и частоту 120 Гц. В Китае Reno 10 Pro Plus, который оснащен 16 гигами оперативной и 256 гигабайтами флеш-памяти, стоит $550, а версия на 16512 гигабайт оценена в $610. А вот Adobe добавила генеративный ИИ в бета-версию Photoshop. Функция называется Generative Fill и построена на базе набора генеративных ИИ-моделей Firefly для работы с изображениями. Функция похожа на существующий в Photoshop инструмент Content Aware Fill, но предоставляет пользователю больше возможностей для творчества. Новинка не станет большим сюрпризом для создателей контента, знакомых с инструментами генерации изображений с помощью искусственного интеллекта Firefly. Но интеграция этой технологии в Photoshop позволит компании привлечь к продукту более широкую аудиторию. Помимо функциональности, важным элементом Firefly является источник данных для обучения. Adobe утверждает, что модель обучена только на том контенте, который компания имеет право использовать. Будь то изображение из Adobe Stock, контент с открытой лицензией и контент без каких-либо ограничений авторских прав. Теоретически это означает, что все, что создано с помощью функции Generative Fill, должно быть безопасным для коммерческого использования по сравнению с моделями ИИ, которые менее прозрачны в отношении своих учебных данных. Generative Fill также поддерживает Content Credentials — систему, которая прикрепляет сведения об авторстве к изображениям перед их размещением в интернете, информируя о том, был ли контент создан или отредактирован с помощью ИИ. Generative Fill пока недоступна в полной версии Photoshop, однако ее можно опробовать уже сегодня, загрузив бета-версию приложения для настольных компьютеров или в качестве модуля в бета-версии Firefly. Adobe говорит, что полноценный релиз состоится во второй половине этого года.
Корейские же инженеры разработали технологию DreamWack, позволяющую роботам легко ориентироваться в кромешной темноте и на неровной поверхности. При этом машина обходится без помощи визуальных или тактильных датчиков, опираясь лишь на программное обеспечение для оценки контекста. Система управления состоит из программы для оценки контекста, анализирующей информацию о среде, в которой перемещается робот, и сети, вычисляющей команды управления. В процессе ходьбы устройство ориентируется на готовые модели перемещения в различных средах, рассчитанные на компьютере, а информация о настоящем положении робота используется для подбора стратегии движения. Обучение занимает около часа на обычном компьютере. Не воспринимая окружающую местность, робот математически анализирует, какой перед ним ландшафт. При этом для анализа используется только инерционный датчик внутри робота и измерение углов суставов. При столкновении с неровностью, к примеру, со ступенькой, робот не узнает об этом, пока его нога на нее не наступит. Однако датчики быстро обработают информацию о рельефе, как только конечность робота соприкоснется с ней. После этого на каждый двигатель передается управляющая команда, соответствующая оценочной информации о местности, что позволяет быстро адаптировать ходьбу. В ходе полевых испытаний робот стабильно перемещался по любой среде, по университетскому кампусу, преодолевая множество бордюров, корни деревьев и лежачих полицейских. Ну и какой же кик без космоса? Группа компаний при участии Boeing, Draper и Lockheed Martin, возглавляемая Blue Origin, получила контракт стоимостью 3,4 миллиарда долларов на строительство спускаемого модуля, который доставит астронавтов с орбитальной станции на поверхность Луны. Спускаемый модуль Blue Origin выполнит третий рейс с лунной орбитальной станции Gateway до поверхности Луны. Первые два поручены компании SpaceX и космическому кораблю Starship. Агентство NASA выбрало проект Blue Moon на конкурсной основе. Вторым претендентом была компания Dynetics. Руководство NASA не сообщило, на основании каких критериев был сделан выбор. Спускаемый модуль Blue Moon — переработанная версия более раннего проекта компании. Модуль высотой 16 метров помещается внутри грузового трюма ракеты New Glenn диаметром 7 метров. Сухая масса модуля 17 тонн, с жидким топливом — все 45 тонн. Помимо пассажирской версии, Blue Origin планирует обзавестись грузовой. Такой модуль сможет доставлять на Луну и забирать оттуда до 20 тонн груза или 30 тонн в одну сторону. Совместно с Lockheed Martin компания работает над окололунным транспортником, который должен перевозить топливо с низкой околоземной орбиты до лунной, на которой будет расположен спускаемый модуль. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!